И в продолжении темы. Прохладная и пасмурная погода помогла ямальским огнеборцам потушить все природные пожары. Накануне последнее возгорание ликвидировали в Шурышковском районе. К тому же 6 августа решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в районе отменен режим ЧС. В целом по округу такой режим чрезвычайной ситуации будет отменен уже на следующей неделе. Ближайшие прогнозы говорят о том, что устанавливается, в принципе, относительно стабильный период с невысокой температурой. И с учетом этих всех факторов, на сегодняшний день в округе разработан проект постановления об отмене особого противопожарного режима, который сейчас происходит, согласование соответствующее. И в ближайшее время мы полагаем, что если природные условия не изменятся, данный режим будет отменен.